Так, смартфон Star V12. Сравним его по размеру со Star A3. Вот он, Star A3. Вот видно, что экран существенно длиннее у V12. Но если мы с вами их наложим друг на друга, то мы увидим, что выше он всего лишь только на 5 миллиметров, а по ширине он, ну, может быть, на 1 миллиметр шире. То есть при существенно большем экране размер его практически не увеличился, что очень удобно для руки. Так, теперь вызов. И еще одна приятная неожиданность. Это то, что сразу есть две кнопки для звонка. Отдельно для первой симки, отдельно для второй. Набираем номер. И нажимаем, допустим, вызов с МТС. Все, никаких лишних действий, сразу пошел вызов с той симки, которая нам нужна. Вот так. Спасибо.